Частыми выступлениями. Не поборот до конца все равно. Очков все равно немножечко оставляет переживания некоторые. Хорошо, относись. 100 раз спрашивали, все всем нравится, все довольны. Я там всю жизнь популярным был. Все комедии, все стендапы, Америка, что угодно. Любые комедийные фильмы 80-х, 90-х и Чарли Чаплин 100 лет назад и все на свете. Всегда это было актуально. Юмор — это вообще жизнь. Все это всегда было. Всегда. Да ради бога, пожалуйста. Пусть занимается, да. Нет такого решения, я решил стать комиком. Там либо ты уже понимаешь, что что-то получается, и ты уже комик, и дальше уже надо работать. А я хочу стать, ну то есть никто же не учится на комика. Я хочу стать инженером, иди учись. Я хочу стать комиком, но что делать? Пожалуйста, лишь бы не в 40 лет.